если человека тут разбивет пополам, то не станет он великим и подвонок весит вам. Здесь как ласточки летают, над джангаром стоп колец, шпагу фокус не глотает, словно сладкий леденец. Цирк для вас счастливый случай, мы куплеты вам споем, если глупый быть научим, если умник засмеем. Господа, господа, представление началось. Почему в буфете? Аванти, аванти. О, сеньор, как я рад. Ну, что такое? Роковое совпадение. Вы хиромантка? Да. О-хо. Ваша глубокая линия жизни подходит к нашему дому, на пороге которого вас ждет прекраснейшая мадемуазель Трэш. Моя дочь? Белиссиссимо. Только, сеньор, вы знаете, ну, как... Да, у нас цирк, милая. Мистер Рыс! Мистер Рыс! Говорят, мистер Икс носит маску, потому что у него обгорело лицо во время выступлений. У него ничего не обгорело. У него все в порядке. Идем, солнышко. Солнышко, иди к маме. Сеньор, сеньор, я прошу вас. Ой, какой парфюм. Сеньор Фирелли, ваш мистер Икс просто душа. Скажите, любезный, действительно ли ваш мистер Икс нечто особенное? Это номер прекрасный, полон риска. Одно неверное движение, оно разбивается насмерть. Кстати, вы можете это пропустить. Скорее, спешите. Маэстро! Ну почему вы не за пультом? Доктор Форелли, неким пилотите... Но Форелли... Форелли это рыба, фиш. Фирелли, си. Си. Гвоздь программы мистер Рикс, высший класс, смертельный риск. Постоянно в черной маске наш таинственный артист. Цирке все не так бывает, как повсюду и всегда. Дверь и игры не кусают, ни окно принят ни там. Даже если человека тут... Вот, подъехала самая богатая женщина. Мэри, субалькин, мэри, птита, обозвала бейметр. Я заметил, она всегда появляется к номеру мистер Икс. Вам-то какое до этого дело? Мы кому? Валинту с папиню байкинту, баба валиолис. А коменту? Я запрещаю кастить! Она так отзываться об этой женщине! Почему вы так волнуйся? Милый, я имею на нее виды. Ви? Си. Интересно, номер мистера Икс еще не начинался? А вас не интересует наша верность, графиня? И наша нежность. И наша любовь. Любовь? Какое забытое слово. Потери, ревность за любовью вслед будет в нашей дверь.
один путеет, другой глупеет. Но чем же снова любовь меняет нас? Стрелы Амура больно ранят нас. Повторяю вам, друзья, не теряйте время зря. Не пришло. Сегодня ровно 25 лет, как я в этом ресторане. Поздравляю, поздравляю. Да, интересно, как она меня поздравит. Великан! Какой темперамент. Сейчас начнем бить посуду. Великан! Роковая женщина. А я как раз сегодня хотел кое-что рассказать моей мамочке. Сегодня не советую. Почему? У хозяйки тяжелый день, выплата жалования. Великан! Вы меня, мадам? Да-да. Пеликан. Я весь к вашим услугам, мадам. Ты тоже хочешь в этом месте получить жалование? Ничто человеческое мне, так сказать. Так вот, в этом месте ты не получишь ни копейки. То же самое вы мне говорили в прошлом месяце. Ну и что? Разве я не сдержала своего слова? О, браво! Тони! Ты куда? В цирк. Цирк. Куда? В университет. В университет, мадам. Подожди. Поставь животное на место. Ну зачем тебе деньги? Ты учись, мой мальчик. Мам, ну мне нужны карманные деньги. На завтрак. На завтрак. Сейчас время ужина. То есть на ужин. Что вы делаете там в своем университете? Ну как что, мам? Шпаргалки строчат. Витамины. Учись, детка, учись. Учись, иди. Так. Валерий! Слушаю, мадам. Побольше зелени. Не забывайте, дружок. Наш ресторан называется «Зеленый попугай». Зеленый. О, да, мадам. Как ваши глаза. Я... Вам не кажется в центре кос? Кажется. Простите, а как будет называться ваш номер? Мистер Икс и поклонница, мадам. Мистер Икс, мистер Икс. Мистер Икс. Все только и говорят, что о мистере Икс. Всегда в маске, всегда молчит. Это подозрительно. На манеже он творит чудеса, говорят. Не спорьте со мной. Порядочный человек лица не прячет. Но в цирке Фирелли всегда он шлак. Тем хуже для нас. Не верят. Он переманит нашу публику. Вашу публику, мадам. Никогда. Жизнь ушла на винегреты, на рагу борщи котлеты. А любовь, когда любовь пришла, где ты была? Пеликан, я умоляю вас, не надо. Вам слон наступил на уши. Может быть, детство. Девочки, вы свободны. О, мадам. Так. Жизнь ушла на винегреты, на рагу борщи котлеты. А любовь, герой моей мечты, а где был ты? Где? У плиты. У плиты стоял я хмуро, над огнем вертел шампуры. Как ты мог всю жизнь молчать о том, что жгла любовь ко мне тебя огнем? А мне казалось вновь, что без взаимности любовь. Так что же ты молчал? Твоих признаний ждал. Хоть молодость прошла, любовь не умерла. Но нет людей сейчас несчастней нас. Зачем
боялся ты? А ты? Своей же собственной мечты. Чего боялась я? Вот именно, любовь моя. Моя. Мы счастья ждем каждый раз, не видя, что оно рядом с нами сейчас. Но счастье никогда не ждет. Не поняли? Уйдет. Опять перепутали. Браво, мадам. Браво. Ну не надо, я прошу вас. Неужели вы ничего не помните? А что я должна помнить? Четверть века назад сюда вошел молодой, полный, с роскошным чубом человек. Увидел маленькую, изящную женщину и остался здесь навсегда. А почему же вы мне тогда этого не сказали? Не успел, вы запустили в меня тарелкой. Нет, подождите. А зачем вы пришли ночью к молодой вдове, на руках которой был маленький сын и большой ресторан? А зачем вы мне делали глазки? Ха-ха! Кто я вам делала глазки? Это вы мне делали глазки? Я? Ха-ха! Да, вы! Я вам делал глазки? Да, и так еще, что у вас тогда еще пар из ушей шел! Что? Пар из ноздрей? Да. Ну, спасибо! Правильно я сделала, что запустил вас тарелкой! Правильно, что я тогда ничего не сказал! Или так! Боже! Ой. Что с вами? Мне дурно. Мне что-то вот. Дурно. Награда! К юбилею! Вот она моя англичанка. Вспомнить бы хоть одно слово по-английски. Тони, ну что мне сказать? Не знаю ни слова. Нельзя в ответ молчать. Пенальти, бестроган. Окей, кес-кесе. Сказал я немного, слова, однако все в запасе больше нет. Кис-кис, уикенд, пассе. Мами, эйс, лаги страйк, плиз, пардон. Люкс бифштекс, шер амур. Но, сэр, чересчур. Ну да. Ах, право, лорды эти, как маленькие дети. О чем она лопочет, как ее понять? Я and you. Ein Moment. Миникюр. Диксилен. А, Винни-Пух. Хэппи энд. Ну что же предпринять? А, брудершафт. Шафт-шафт. Шампанского! Шампанское покупает. Если полезет целоваться, я ему отвечу. Пусть не думает, что если в цирке, то все может. Брудершафт! Шафт! А, бэмник! Не думайте, что если в цирке, то все можно! Она такая же иностранка, как и я! Милейший коньяк два раза. А вы свободны. Трюк акробатов, братьев, близнецов, но чудо века, от разных они отцов. Это шутка! Вольно выдумку хитра. Опа!
здесь? Вот, 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 вот! Уж ты говоришь громко, но непонятно. Она здесь? Вот, 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 вот! Я человек деловой. Отвечай мне коротко, да или нет. Она здесь? Си. Си? О, си. Си. Да, си. Да. Си. Да. Давно? No, нет, но... Одна. Последствия. Если вы меня будете ставить в тупик такими пикантными вопросами, я моментально буду ставить вас в тупик не менее пикантными ответами. Компроне? Си. Прошу. Кто этот балбес, который всем кивает, как лошадь стоит? Мне нужно его стойло. Кресло, оно рядом с креслом графини. Си! Ваше средство. Да. Разрешите, я вам дам один да. нюанс. Да, давайте, давайте. О, нет, я не пью. Quick and presto. Перевожу. Не спешите так быстро. Дайте я опомниться от первого брака. Не дам. Квесто? Да. Потому что если опомнится после первого брака, она не вступит во второй. Логично, тем более, что первый муж был крайне ревнив. Да, я им сочувствую. А вы знаете, что он выгнал из дома и лишил наследства своего любимого племянника? Да. Писаного красавца. Белиссимо Монте Висто. Я бы поступил точно так же. Квесто? Потому что все красавцы... мерзавцы. А только потому, что они красавцы. Вот именно. А вы знаете, какое он оставил интересное завещание? Да, знаю. Она должна выйти замуж через год после его кончины. Престо. Престо, престо. А ее муж должен быть титулованной особой. Иначе она потеряет наследство. Срок завещания кончается через месяц. Ну, катастрофа. О, грандиозная катастрофа, си. Ваше сядство. Гиблое дело. Скюзи. Скюзи. Пустите меня, пустите, чтобы меня тащить не прекратили. Вы сломали мебель! Вадим! У моей мамы ресторан! Что ж ты раньше молчал? Я буду жаловаться, вы еще не знаете мою мамочку! 100. 300. Ого! 500. Что 500? 1000. Что 1000? А что 100? 100 и ни копейки больше. Давайте. А за что? Мне нужно твое кресло. Бомбино. А теперь... очаровательная Жаклин! Псих! Голубая мечта всех мужчин! Прекратите меня преследовать. И клянусь вам, мы с вами останемся друзьями. Вы не принимаете моих подарков. Вы смеетесь надо мной. Вы смеетесь над человеком, который предан нам всей душой. Я человек деловой, привык выражать свои мысли коротко и ясно. Ответьте мне только, си или нет.
Да или нет? Прошу вас, не заставляйте меня в сотый раз отвечать вам нет. Тринадцатый. Сотый. Тринадцатый? Сотый. Тринадцатый. Сотый. Вы отказываете мне в тринадцатый раз. Это роковое число. Сотый. Умница ушла. Ну-ка, грациозно выехала. Ну, а еще потянись ко мне, Уноси. Иди. Ваше сиятельство? Отказать. Мне, потомку знатного рода. Абсурд. Она считает, что ей придется жить не с титулом, а с человеком. Абсурд. И что богатство не заменит ей любви. Абсурд. Нет, нет, нет. Пускай теперь сама выходит за меня замуж. Это полный абсурд. О, а ну-ка, покажись, ну покажись. Ну-ка, ручки, хорошо. Подняла. Тур! Присела женственно, хоронить грациозно ушла улица. Хорошо, белиссимо. О, боже мой, ну как впечатление? Какая женщина! Бегут, готов на выход я, манеж зовет меня. Туда, где море огней, снова туда, с тоскою моей, светит прожектор, фанфары гремят, публика ждет, будь смелее, акробат, со смертью играю, смелый дерзок мой труп. Все замирает, все смолкает вокруг. Слушая скрипку, дамы в ложах замрут. Скажут с улыбкой храбрый шут. Да, я шут, я циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи, как они от меня далеки, далеки, никогда. Сердце мне тревожит, и выступления я жду с волнением. Увижу ль в зале ту, что стала мне дороже. Она ведь может сегодня здесь. Она ведь может быть сегодня. Изменил жизнь мою. С тех пор я тайно, безнадежно люблю. Я не забуду дорогие черты, везде,
повсюду. Только ты, только ты. Этому Иксу любой ценой необходимо заинтриговать публику. Господа, не обольщайтесь. Снимите с него маску, и все его обаяние моментально исчезнет. Ну, я вас уверяю. Да, конечно. Черная маска – это ловкий рекламный трюк, но очень, очень старомодный. Как говорил наш генерал, для белошвеев. Тихо, господа, он здесь. Попробуем с ним познакомиться. Мистер Икс, вы видите истинных поклонников вашего искусства. Выпейте с нами бокал шампанского. К сожалению, я вынужден отказать вам. Да, но с нами дама. Она хотела бы с вами познакомиться. Это графиня Палинская. Графиня Палинская? Здесь? Да, вы что, с ней знакомы? Нет, но прошу вас представить меня. Господа! Да-да. Мистер Икс! Садитесь. Очень рады. О вас рассказывают столько интересного. Слишком много чести для бедного странствующего артиста. Скромничаю. А правда ли, что вы никогда не открываете своего лица? Это не более чем рекламный трюк, чтобы заинтересовать публику. Вы слышали наш разговор. Конечно. Ну, а если бы я попросила вас раз в жизни сделать исключение? Да. Я был бы вынужден отказать вам. Дорогой мой, мы привыкли выполнять желания наших дам. Снимите маску. Я не подчиняюсь военным приказам. Он не подчиняется приказам. Прошу. С удовольствием. Простите, графиня. Нам совершенно безразлично всем, какому приказу вы подчиняетесь, но если мы захотим увидеть вашу физиономию, то мы это сделаем. Но! Ну не хочет, не надо! Ну, мало ли не хочет! Остановитесь! Вы зашли слишком далеко. Вступайте в ложу. Вступайте в ложу. Я скоро вернусь. Прошу вас. Боец! Только ради вас, графиня. Да она у нее приросла! Вы хотите со мной поссориться? Шут! Благодарю вас за помощь. Вы позволите поцеловать вашу руку? Нет, нет, это не совсем удобно. В знак благодарности. Да нет, не стоит. Вы так горды. Ну, конечно, боец, шут. Разве он смеет поцеловать руку знатной даме? А если бы этот паяц однажды набрался смелости и сказал: «Я люблю вас», так просто, «Я люблю вас». Но ведь вы видите меня впервые. Может быть. А может быть, наши дороги уже пересекались. Может быть, я
встречал вас где-то в парижской опере, в венской оперете или на скачках. На скачках? Быть может, вы судьба бояться. Итак, я уже героиня романа. Ну что ж, будем считать, что это начало романа. Ну и как каждый роман, этот роман начинается словами. Я вас люблю, я вас люблю, поймете меня. Я вас люблю, мечту свою в душе затая. Почему вдруг что-то во мне накопить в ответ ему подобно струне? Я вас люблю, слова любви, летите смелей. Спини любовь, как песня скрипки моей. Играет нами судьба. Графиня Палинская. Интересно, помнит ли она тот случай на скачках? Красавец. Это новенький. Племянник нашего генерала. Внучатый, кажется. Одним словом, седьмая вода на киселе. Поручик. Сирота. Совсем недавно похоронил мать. Ходят слухи, что они вконец разорились. А генерал? А что генерал? Племянничек свалился на него, как снег на голову. Генерал вынужден теперь только покровительствовать. Но у него такая молодая жена. Да. Совсем девочка? Девочка ничего и не знает. Она только что вернулась из-за границы. Thank you.
лукавым образом изменилась вся моя жизнь. И я вынужден был бродяжничать, скитаться, терпеть унижение и нужду. Мистер Икс! Мистер Икс! Где вы, публика неистовствует? Просто скорее! Скажи-ка, милейший, а где артистическая уборная этого мистера Икс? По коридору и направо. Больно вы, кухитра. Брависсимо! Брависсимо! Комплименто! Комплименто! Народ требует бис! Бис требует народ бис! Я устал, сеньор Ферренди. Он устал, а я от него не устал. Антракт! Скажите, но неужели так никто никогда не видел вашего лица? Никто и никогда. Как это вам удается? Человек и маска. Я привык к двойной жизни. И в определенном смысле я даже из этого извлекаю кое-какие выгоды. Выгоды? Должно быть, веские причины толкнули вас на это. Да. Мой бедный друг. Не знаю, может быть, я смогу как-то посодействовать вам, может быть. Вот это облегчит вам жизнь. Нет, деньги мне не нужны. Нет, я понимаю, ваш талант бесценен, но это просто скромный подарок вашего доброжелателя, который искренне сочувствует вам. Я так тронут вашим сочувствием. Я доверяю вам.
господа, сеньоры! Престо, престо, антракт окончен, прошу по местам! Я вас прошу, никогда и никому не разглашать мою тайну. Обещаете? Обещаю. О том, что заставило меня избрать эту профессию. Разрешите мне умолчать. Кто я? Паяц? Шут, который даже не имеет права переступить порог приличного дома. Но когда вечером, после выступления, я остаюсь один, и я сбрасываю эту маску, я становлюсь таким же, как вы все, сидящие в цирке. Плата, которую я получаю за то, что ежедневно рискую своей жизнью, дает мне эту возможность. И вот тогда я под чужими именами появляюсь в разных салонах. И самые гордые дамы из общества протягивают мне руку для поцелуя. Это меня забавляет. Но чаще всего я торжествую. Вот почему никто и никогда не должен видеть и знать лица мистера Икс. Мой бедный друг. Нет, вам нужно развеяться и отдохнуть. Я приглашаю вас сегодня на званый ужин. Да, ну, вы явитесь, как всегда, под вымышленным именем. Ну, например, принц Клари. А? Клари. Звучит? Будут хорошенькие женщины, графиня Палинская. Графиня Палинская? О, а вас тоже интересует эта женщина? Вдова генерала Палинского. Ну, вы не оригинальны. Она всех сводит с ума. Графиня Палинская. Она так горда. Даже не позволила поцеловать мне свою руку. Кто я для нее? Шут? Так вот, судьба предоставляет вам счастливый случай. Докажите, что вы не шут. Вы же совершаете головоломные прыжки. Ну, ну, рискните, я помогу вам. Не обещаю. Но я подумаю. Я жду вас ровно в 12 на арене. Мисс Мабель. Мисс Мабель. Мари. Мари. Ой. Да скорее на манеж, что вы как дохлые клячи еле ползаете. Можно работать поживее или нет? Я жду вас. Ну, весь Восток, скорее, покажите мне весь Восток. Скорее, скорее, скорее. Ну, где Восток? Ну-ка, 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 а по-восточнее? А, ну так, хорошо. Ну, животик, животик, животик. А вот они, гранды кобры. А, так, ну, змеи видни, ну что? Бомбина, бомбина. Да, Восток очень вялый. Ну, где эти дохлые куры? Заряжайте в реквизит, где они? Ой, Боже, парка морозная. Ну что, куры? Куры си? Си? Синие, да? Ну, заряжайте, какие есть. О, синие. Найдите лучше. Thank you.
туда зарядил. Что вы тут делаете? Я искал вас. Боже. Наконец-то мы вместе. Ужас. Мистер Антон! Ваш трюк был просто восхитительным. Трюк. То ли еще будет. Что вы любите? Вас. Нет. Да. Я говорю никого? А что? Обожаю. Что? Цирк. Цирк. Только к цирку я влеченье с юных лет питал, и работе, и ученью цирк предпочитал. Тут жонглеры, там боксеры, клоунов возня, бросало в трепет все меня, красой роскошью маня. Но не одни жонглеры и боксеры этому виной, и причины для мужчины нет ли тут иной. Вашу тайну, ваш секрет мне раскрыть легко. Всех пленяют с юных лет девушки в трико. Ах, эти девушки в трико, как ранен сердце глубоко. Погашен свет и всем пора домой, но прелесть их смущает наш покой. Как мотыльки они легки, всегда изящны их прыжки. Они сердца мужчинам ранят глубоко, все эти девушки в трико. И они легки, всегда изящны их прыжки. Они сердца мужчинам ранят глубоко, все эти девушки в трико. Девочки, родные. Бис! Остановись, не заставляйте публику ждать. Пошли на бис, скорее. Морель. О, бомбино. Что, ой, что, ой. Господин директор. Чего так официоза? Господин директор, называй меня просто Папа Фи, сокращенно от Ферелли. Папа Фи, скажи. Нет. Нет, это мужское слово. Женщина, наверное, говорит всегда Си. Да, а нет, это мужское вот я слово. Говорю, нет. А я говорю, уволю. Господин директор. Нет, Папа Фи. Господин. Я жду. Господин. Папа Фи. Ну? Ну? Ты меня знаешь, Папа Фи, ну? Нет, Папа Фи, ну Фи, Папа, ну Папа Фи, ну? Браво, это маковый тысяч, кубрик, а войны кого тысяч, ноги кручилась. Тут! Тамале, намались, тамаган, тамарина, бандина, кафара! Я? Си. Догоню. Все равно догоню. Вы ко мне, сеньор Ферелли? Не совсем. Метаморфоза. Успокойся. Ну, успокойся, девочка, не плачь. Все будет хорошо. Боже мой, если он меня уволит,
А что я буду жить? Не волнуйся, не уволят. Пока мы работаем в одной программе, будь спокойна. А, вам хорошо говорить, но вон какой. И дрессированный цыпленок. Зачем только меня отдали в этот цирк? Цирк? Да что ты, цирк, это маленькая вселенная, где все игра, но все играют по-честному. И здесь не может быть обмана. Дурак не прикинется здесь умным, трус не войдет в клетку с тигром, а иллюзионист никогда не выдает себя за прорицателя, а просто честно выполняет свою работу. Вот так, Дунь. Это главное, а остальное забудь. Мы для них всего лишь комедианты. Так, для развлечения. Попробуйте только подступиться к ним. Ах, какая дерзость. Шут, я циркач, так что же? Пусть меня так зовут вельможи, как они от меня далеки, далеки, никогда не цирк – это искусство для простоты. Те, кто грош последний платит, чтоб купить билет, то не в праздничное платье, не во фрак одет. Кто смеется острой шутки, ценит смелый трюк. Лишь для них стремлюсь играть я, видя их вокруг. Лишь для них стремлюсь играть я, видя их вокруг. И ты, мой смелый, мой маленький друг, смахни слезу с ресница, вину позовут. Мы дети цирка, искусство наша радость лучшей, нам участи не надо, честен и прям наш трудный путь. Все будет хорошо, Мари. Все будет хорошо. Но запомни, что наше искусство не только праздничная мишура, но и тяжкий труд. А сейчас я должен побыть один. Мне нужно подготовиться к новой роли. Может быть, самой трудной роли в моей жизни. Эй, желаю удачи. Мари! Мари, я искал вас. Это Тони. Нас на званый ужин вместе князь сейчас просил. Ах, как я рада, сколько чести, он ужасно мил. Всем нам тоже очень лестно здесь принять сейчас тех, кто всегда чарует нас. Они приводят всех в экстаз. Они прелестны, они чудесны, из них одна милей другой. Одна милей другой. В появлении, в одно мгновение, навек уносит наш покой. Одна милей другой. В нас влюбляться вновь и вновь, вам всегда легко. Но труднее найти любовь девушек в трико. Ах, эти девушки в трико. Так сердце как мотыльки, они легки, всегда изящны их прыжки. Они сердца мужчинам правят, вот так все эти девушки в трико.
Занавес. Кусают и от кобры не вреда. Цирки все не так бывает, как повсюду и всегда. Будет этот бал бесспорно лучший из моих затей. Я прошу вас всех покорно быть в числе моих гостей. Мы с восторгом ждем начала, ночью будем танцевать. Господа царицы бала, я прошу графиню стать. Будем долго веселиться, будем петь и петь до дна. И графиня царицы нашей беда. Я желаю быть вашим полотной. Я вас не смог разлюбить, не на что вам сердиться. Я вам сказала нет, я не вполне ответ, нет и нет. Я вас люблю, и гордость сломлена. Мне белый цвет не мил без вас. Я тоскую, я немею. Я вас молю в последний раз. Станьте вы женой моей. Никогда. О, графиня, пробьет когда-нибудь и ваш час. Уж близок он, мой час. Час пробьет и легкой тенью. Час и тихо в двери войдет. Сердце твердит не. Приезда моего знатного друга, принца Клари. Явился в маске, струсил, испугался в самый последний момент, вот и стал-то шута. Принц Клари! Вот это трюк. О, друг мой! Я ждал вас с главного входа. А вы? Но вы мне сказали в 12 часов на арене. И вот я здесь. Я просто ума лишился, когда увидел этого типа
в маске. Вот этого? Да. Не волнуйтесь, это мой ассистент. А вы не так просты, как показались в моем начале. А что, если вас разоблачат? Да. Об этом я уже подумал. Придется уехать навсегда. На, уехать, да. Эскадрон мне просто не простит. Тур вальса или пуля в лоб. Да, магия этой женщины всесильна. Да. А что бы вы подумали, если бы узнали, что через месяц она может стать вашей женой? А? Я бы подумал, это судьба моя. Я познакомлю вас с ней. Благодарю. Вот мой старинный друг. Разрешите его представить. В вас он уже влюблен. Могу по секрету добавить. Ах, ты волосы, друг. О, прошу вас. Сами протянули вы мне. Взор мечту поэта, эту нежную улыбку я уже встречал. Как узнахал. Так легко могло случиться встреча где-то за границей, в комнах Лувре или Ницце, мир ведь очень мал. Он в цель попал. Увидел вас хоть раз, сияние ваших глаз, от вас забыть не в силах никогда. Врет ведь куда? И ваш лучистый нежный взор ведет по жизни вас эх, горя, как путеводная звезда. Вот ерунда. Полночь. Вы собрались все веселиться? Прошу к столу. Стучит в окно, время терять смешно. Что будет завтра, все равно. Все равно. Где, как свет луны, утром лучи бледны. Ночью успехают слышны. Полночь любви зовет, скоро заря взойдет. Призрак блаженство унесет. Ночных огней время летит быстрей. Жизнь пролетает веселей. Веселитесь.
Интересно, что вы запоете через месяц? Голь на выдумку хитра. Где мадам? Где, где? Ну, я не знаю, где здесь, там. Ничего. У вас слуховая галлюцинация. Это я. Немного ли сахару? Совсем нет. Фу. Эй, какой хитренький. Я не хитренький, я влюблененький. Ладно, ладно, влюбленный. Ты забыл, что ты обещал мне сделать вчера? Вчера? Что я должен был сделать вчера? А вчера ты должен был сделать то, что должен был сделать сегодня. Да, а что я должен был сделать сегодня? А сегодня ты должен был поговорить со своей мамочкой. Мари, Мари, ну ты же знаешь мою мамочку. Боже, ну что вы мне морочите голову? Я? Это же из 16-го номера. Боже, месяц, месяц, как поселилась у нас эта дама. 2 недели только, мадам. У вас склероз. Или как это по-вашему... Галлюцинация памяти у вас. Наверное. Нет, кошмар. Не я выселю эту тетку. Я ее Боже, сейчас просто выселю. Мое сердце, где оно? Я умираю. Что? Ю. Как? Пеликанчик. Я. Что с вами? У меня сердце. Сердце? Да. Я. Где оно? Я, пожалуй, прилягу. Ой, миленький пеликанчик, ну не умирайте. Я вызову врача. А вы знаете, вы правы, сахара действительно мало. Да я же сказала, совсем нет. Да. Мари, ну, Мари, ну... Мне надоело быть дамой Мари, 16-го номера. Мари. Пусти. Мари. Пусти. Мари. Ах, Тони, ты даже не представляешь, как я боюсь твою мамочку. А вдруг она сюда войдет? Не бойся. Пеликан нам даст сигнал. Думаешь, даст? Даст. Пеликанчик, дай стаканчик. Открой ротик. Открой ротик. Пеликан. Что? Что такое? Что это? Это у вас галлюцинация слуховая. Это у вас склероз. Слушаюсь. Не притворяйтесь, вставайте. Все. Держите. Все. Мари, мамочка. Мамочка. Мари. Мамочка. Ну, птичка, нет, сейчас я эту тетку выселю. Она у меня просто вылетит. Что это значит? Пеликан!
Да, вы получили приглашение на ужин? Получил. А вы? Да. Сегодня утром. У вас прекрасная посадка. Крепкая рука. Благодарю вас. Вы брали уроки в Венской школе верховой езды? Не совсем. Но у меня была хорошая школа. Я слышала, князь всем обещает какой-то сюрприз. Он очень любит шумные истории. Вот как? Мне не хотелось бы принимать в этом участие. А как вы? Я не могу отказать князю. Мы с ним друзья. Но если вы не приедете, мне будет грустно. Как волшебство старинных дней меня к ней влечет. Моя любовь меня сильней, и разум не в счет. Когда раскроется обман, не все ли равно? Мне только этот дивный стан любить суждено. Ну а пока построил я дворец из песка. Мираж, мираж, любовь моя, ты так далека. Взгляните, как необычно все вокруг. Тишина. Ни души. Только вы и я. Если бы можно было остановить это мгновение. Это как сон. Как сказка, в которую трудно поверить. И кто же я в этой сказке? О, она моя богиня, как зовут звезду в пустыне, мой закатный вечер. Путный ветер, как мне называть их отныне? Как звезде имя дать, как судьбу называть? Если б знать, то счастье к вам пришло бы вновь. Мне уже пора. Вот уже месяц, как мы знакомы, и каждый вечер именно в этот час вы меня покидаете. Я вас прошу, останьтесь. К сожалению, это от меня не зависит. Но почему? Так. Дополнение к основному завещанию. Если моя супруга, княгиня Палинская, в течение года после моей смерти, а год, между прочим, уже кончается, увы, не найдет себе избранника по сердцу с титулом, согласно моему первому завещанию, я, граф Палинский, во имя моей дружбы с бароном Беком, которому 100 лет. Так, хорошо, это хорошо. Так, вручаю последнему этому Беку судьбу моей жены. Прекрасно. А так, нет.
Нет, не прекрасно. В противном случае она лишается всего. Всего состояния. Всего. Так, нотариус фон Штам. Нотариус фон Штам, а? Правда, Меренька? Правда. Хорошо. Все хорошо. Так, Штиль. Этот... Ну, Брус. Да не ори. Ну, что ты? Тихо. Так, отнесешь этот пакет и передашь графине Паринской, а, по моему сигналу. Сигнал будет такой. Мяу. Кайсайси, мяу. Тихо. Ну, тихо. Мяу. Мяу. Ого. Ну, давай, давай, брысь. Есть брысь. Эй, гусар! Эй, гусар! Весь любой и веселись, пока не стар! Эй, гусар! Эй, гусар! Знай, что ты для вас влажает сердце жар! Люби все безусловно мы, успехом избалованы, и если нам красавица нравится, долго мы не ждем. Откладывать признание нет смысла, нет желания, одной лишь нежной фразой сердце сразу мы в плен берем. Эй, гусар, эй, гусар, веселись, пока не стар. И знай, что время идет, забывать о том нельзя. Надо прожить нашу молодость не зря. Смело в любви счастье лови. Помни, что ты не даром называешься гусаром. Время идет, ждать не будет нас оно. Дважды прожить нашу жизнь нам не дано. Помни, гусар, счастья не жди, счастью навстречу иди. Твердить как можно меньше нам, о чувствах надо женщинам, и это без сомнения мнение каждого из нас. Этому противиться, тому не посчастливиться, внушали это каждому не однажды, мы всякий раз. Эй, гусар, веселись, пока не стар. И знай, что время идет, забывать о том нельзя. Надо прожить нашу молодость не зря. Смело в любви счастье лови. Помни, что ты недаром называешься гусаром. Время идет, ждать не будет нас оно. Дважды прожить нашу жизнь нам не дано. Помни, гусар, счастье не жди, счастью навстречу иди. Дважды прожить нашу жизнь нам не дано. Помни, гусар, счастья не жди, счастью навстречу иди. Эй! Господа гусары, прошу откушать. Больно выдумку хитра. Я думал, что вы штатский, очень рад, что вы с нами. Принц всегда с нами. Это мой лучший друг. Значит, мы с ним познакомились в путешествии. Да, 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 там, где кончается география и начинается море. Море, море. Там наверху, да? Как называется? Нет, нет, внизу, куда наверху? Как называется это? Кинчелло. Кинчелло! Кинчелло! Тогда вы должны знать барона Вернера. Да, конечно. Вернер. Знает, знает. Барона Вернера знает? Да. Барон Вернер. Да. Высокий, высокий, блондин, лысый.
знаете? Да ну что вы, маленький, наоборот, маленький и вот, вот такой вот да. Черный масти. Да. Вот похож. Черный масти? Как? Ах, черный масти? Да. А, да, правильно, конечно, он какой-то имеет какую-то возможность, где становится маленьким, и таким черненьким. Особенно все зимой. Принц, зимой вас принц, вы тогда, наверное, баронессу знаете? О, баронесса. Да. Делает вид, что не знает баронессу. Ну, баронесса. Зачем ты это делал? Баронесса, да, чувствует себя прекрасно. Ну, слава богу. Прекрасно, в особенности, когда зовется и выкрасится. Грузит прекрасно. Да баронесса, это любимая кобыла моего дядюшки. Вы что? Кобыла? Кобыла? Ну, вот, здравствуйте. Ну что, вот перепутали кобылу с баронессой. Да, действительно, кобыла. Ну что, ну и что кобыла? Ну и что кобыла? Ну как то есть что кобыла? А что? Кобыла! Ну, вот так, это что? Любимая кобыла моего дядюшки. Ну вот она любимая, вот дядюшка может с ней делать все, что хочет. Он может ее выкрасить, ну, выгладить и закрутить. И вообще еще даже побрить. Побрить? Вот все можно. Давайте выпьем. Давайте выпьем. Ну, за кобылу, за дядюшку, за это блядь. За любимую кобылу моего и красненький. И в крапинку. Графиня, палец. Героиня нашего романа. А? Что вы приехали. Влюблена. И не скрывает этого. Забудь правила хорошего тона. Говорите, говорите что-нибудь. На нас все смотрят. Не обращайте на это никакого внимания. Я не могу забыть наши прогулки. Вспомните. Вокруг тишина. Ни души. Ни души. Только вы и я. Вы и я. Только вы и я. Вы и я. Тишина. Мне кажется, что мы с вами давно-давно знакомы. Я знаю ваш голос, ваши глаза, вашу манеру вот так держать голову, ваши руки. Но это было так далеко, как во сне. Может быть, мечтанья. Я встречи забыл, но помню расставанье. И вновь я мечтал, но светлый миг свидания как чудо манил, и все ж не приходил. Важно не то, что было и казалось, пускай не сбылось все то, о чем мечтала. Но годы прошли, и там любовь осталась, и будет она отныне нам верна.
и старый, и новый я свет узнал, красавиц везде встречал. Но тщетно повсюду ее искал, чтоб ваше сердце покорить, но верно сказочной принцессой надо быть. Принцесса, принцесса, заветной мечты, легка, как ты, стройна, как ты, нежна, как ты, да, это ты. Кумир мой, кумир мой, быть должен, как ты. Умен, как ты, красив, как ты, да, это есть ты. Представьте себе, этот мистер Икс каждый день присылает мне букет роз. Как? Этот циркач? Не судите его строго. Он влюблен и даже не скрывает этого. А вы верите в то, что у шута тоже может быть сердце? Не ревнуйте меня к этому клоуну. Ничто не стоит вашей печали. О, мир мой, о, мир мой, ты мне улыбнись, согрей теплом своей души. Кумир мой, как дорог ты мне. Мечта сбылась, любовь зажглась, мы вместе сейчас. Извините. Прошу вас, пройдемте в мой кабинет. Да-да, а ты стой здесь. Я поздравляю вас, друг мой. Вам прекрасно удалась эта роль. Графиня просто влюблена в вас. Она даже не подозревает, что это ловкая игра. Трюк, это трюк Санта-Мортали. Я люблю эту женщину. И мне все труднее и труднее играть эту двойную роль. Да. Я очень устал. Расслабься. Расслабься. Выпей. Расслабься, все пройдет. Все будет хорошо. Я все думаю, как же мне, как сбросить с себя эту маску? А сбрось. Но я думал, что ты к ней привык. Нет. А? Нет. 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 А. Маска на арене это честная игра, а в жизни... Ложь. 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 Но не сгущай краски. Не сгущай краски. Я обещал тебе помочь. Я помогу. А в сущности, что произошло? Что произошло? Ну... Ошибка молодости. Мяу. Я найду момент и объясню ей все. И она все поймет. Мяу. Давай, иди. Жди меня в зимнем саду. И все будет хорошо. Мяу. О, князь! О, главная линия вашей жизни ведет к порогу нашего дома. Да. Наши линии не пересекаются. Что с вами, графиня? Это невероятно. Прочтите. Я читал. Я писал. О, не смею. Я вас прошу, прочтите это письмо. Барон Бекап. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Лишиться всего состояния. Это ужас. А что, собственно, вас беспокоит? Как что? Вы знаете, сколько лет этому Беку? 100. Ой, через минуту вы станете Беконессой. И нет никакого выхода. Есть. Станьте моей женой. Ваш. Да лучше я останусь нищей. Ах,
упряма, как норовистая лошадь. Но хороша, черт возьми, как хороша. Ну, графиня, вы сами толкаете меня на этот последний шаг. Графиня, время безжалостно, да. Но есть еще один выход. Какой? При чем тут часовня? Когда писалось письмо, вы были домой. Да. Когда вы получили письмо, вы могли второй раз выйти замуж. Могла? Да. Так вот считайте, что письмо запоздало. И вы сами сделали свой выбор. Да, письмо запоздало и было получено уже после моего замужества. Давайте венчаться. Со мной, а? Нет. Со мной. Князь. Ну, со мной. Нет. Приготовьте все для венчания. Что с вами? Я получила очень интересное известие. Ну и что же? Вот в этом письме мне навязывают еще одно небольшое замужество. И вы так просто говорите об этом? Да. Я выйду замуж сейчас, во время ужина. Да. Ну что ж, во время полонеза вы были еще свободны. Во время вальса вы замужем. А к мазурке вновь разведены. Да, вполне современно. Но есть одно маленькое препятствие. Какое? Мой избранник еще ничего не знает об этом. Как? Вы уже сделали выбор? Да, ведь через четверть часа я должна быть замужем. Но ведь ваш избранник ничего не знает об этом. А я подойду к нему. Положу руки ему на плечи, обниму его и поцелую. Вы верите мне даже после того, что рассказал вам князь? Разве может кто-нибудь помешать нам? Ведь я люблю вас. Вы себя проверьте сами. Может быть, любовь как пламя. Призрак счастья. Но мне странны ваши речи. Вас люблю я с первой встречи. Но скажите, что ли?
нас на миг забыть они. Никогда не сможет помешать. Никто и никогда. Сегодня слово я сдержу и свой сюрприз вам покажу. Скажите, милый князь, что приготовили для нас вы в этот поздний час? Программой необычной я вас удивлю, мои друзья. Я знаю, ранят очень глубоко сердца мужские, девушки в трико. Но стрела мура сладкий яд, приятен всем, как говорят. И потому я циркогласс, я циркогласс продемонстрирую сейчас. Отвернулись, отвернулись, отвернулись. Але! Пускай веселятся, но скоро смеяться настанет мой черед. Разрешите мне, принцесса, вас почтительно поздравить. И как свадебный подарок мужа вам портрет представить. Маэстро! Маэстро!
Фигляру знаем цену, кричим охотно бис. Пред вами принц Авены. При чем тут мистер Икс? Непонятно, в чем секрет, зачем подарен мне портрет? Господин директор, объясните всем и этой даме, в чем тут секрет. Принца мы пленили с ним, вы решили судьбу свою связать навек. Но ведь принц и мистер Икс один и тот же человек. Позор, какой скандал, но кто же это ожидал? Ну, верно, вы сошли с ума! Все это выдумка моя, а этот принц простой циркач. Он ловко мне здесь помогал. Пикантную шуткой вас наказать, принцессою цирка назвать. Кто сейчас сказал? Вам никогда совсем не являться сюда, чем сделаться лживым паяцем и подлостью здесь пошляков развлекать и зло над любовью смеяться. Господа, вы помните тот ужин в цирке ровно месяц тому назад? Так вот, тот вечер этот таинственный мистер Икс принял мое предложение и явился под именем принца Клари. Это был первый акт комедии. Сейчас перед вами будет разыгран акт второй. Неужели это правда, что ровно месяц назад вы приняли предложение, князь? Да. И все это время вы лгали мне. Да, я лгал вам. Но прошу вас, выслушайте меня. Вы все сказали. Вот ваше кольцо. Прощения мне, увы, не найдешь. О, верьте мне, любовь моя, ни шутка, ни ложь. Я вас люблю, но счастья луч блеснул и погас. И должен я с мечтой моей проститься сейчас. Трюк, успеха нет, не место вам тут. Ступайте в цирк, вот мой совет, давно вас там ждут. Люблю тебя, уйду любя, любя все сильней. Любовь права, никто не властен над ней. Графиня, но это еще не все. Вам знаком этот конверт? Да, вы предлагали мне эти деньги. И получите его за свою работу, как мы договорились. Но не спеть! А теперь займите свое место на арене. Алле, на арене, алле, хоп, алле, хоп. Шут! Да, вы правы. Да, мое место на арене. Пусть я шут для вельмож, так что же? Вас порой горький смех тревожит. И любовь, и мечта у меня отнята. Так узнать.
вспомните скачки. Скачки? Да, да, скачки. Вот почему мне всегда казалось, что я знала вас, ваши руки, ваши глаза. Вы племянник моего мужа. Молодой граф Пальцк. Потомок знатного рода. Да. А теперь прощайте. Знатен, богат я был, в мире блестящим жил, светскую маску я носил. Дерзок я был и смел, бросил я, что имел, маску бояться я надел. Маску теперь я снял, просто с собою стал, счастье навеки потерял. Опыт не будет прок, маска на вечный срок, вот мой удел и тяжкий рок. Если я без маски, мне никто не рад. Если любят сказки, дальше маскарад. Маскарад. Но им правда жизни, страсти и мечты. Всем понятней маски грубые черты. Без маски дорогой. Только в нашем цирке места мне и честь. Без маски, без маски, всем я дорог здесь. Наш герой. Милая принцесса, слез не проливай. Исчезну я, забудь меня. Наша.
Значит, ну неужели тебе нравится эта циркачка? Хуже. Что хуже? Уж не влюблен ли ты в нее? Еще хуже. Не хочешь ли ты сказать, что вы помолвлены? Да успокойтесь. А там, они не помолвлены. Они женаты. Наша валютка Бомбина, модель Гибсон. Модель француженка. Гибсон. Нет, англичанка. Возможно, это последний ее сезон. Ну что же делать, пеликан? Одно благословить. Таинственнейший мистер Икс! Ну! Он приготовил на прощание большой гран-сюрприз! Поприветствуем его!
сиятельство, вы подлец. Заберите ваши деньги, можете их не пересчитывать. Таким негодяем, как вы, я возвращаю долги с лихвой. Какой мужчина. Пора приглашать. Малыши, спасибо. Господа, ваше сиятельство. Да. Милости просим на открытие сезона в мой ресторан «Зеленый пеликан». О. А, прости, дорогой попугай. Зеленый. Зеленый попугай. Прошу вас. Милости просим и вас, мистер Рикс, на открытие сезона, который я посвящаю вам, вашему таланту и всему цирковому искусству в вашем лице. Итак, в 23:00 зеленый попугай. Выпить, голубчик. Коньяк чистейшей воды. Даме воды, а мне коньяк. Вам коньяк? Хотя я не пью. Вода, коньяк, слушаюсь. Да. Вы же знаете, что я не пью. Но ради такого случая можно. Так, о, даме вода. Приятного аппетита. Дорогие друзья. О, карамелла мим. Благодарю вас за то, что вы откликнулись на наше приглашение. Разрешите считать наш сезон открытым. Я рада вам всем, господа. С надеждой общей собрались мы все сюда. С надеждой жизнь всем прожить, как легкий сон, где бал, где сплошной аттракцион, где каждый кого-нибудь влюблен. Цирковых буйных ярких огней сердца в ответ вдруг загорались у людей. Чудесным, светлым и сказочным огнем не фокус, а чудо было в нем любовью, мы все его зовем. Пожалуйста, можно вас попросить заказать 2 билета? Для вас, пожалуйста. Купе на двоих, Франц. Время? На ваше усмотрение. Время ночное, Франц. Направление север, восток, запад. Так. Южное направление, Франц. Пеликан все понимает. Я служу здесь 25 лет. Это чувствуется? Возмутительно. Это все ваше упрямство, графиня. Он даже на вас и не смотрит. Но отказаться от приглашения было бы неприлично. Мало ли что подумают в обществе. Thank you.
телефон. Здесь удобнее? Благодарю вас. Пожалуйста. Приятный голос. Воды, мадам? Благодарю. Коньяк? Я не пью. Да, вы уже говорили. Да, я говорил вам об этом. Говорили, месье. По телефону. Приятный голос. Разрешите, я почитаю? Люблю почитать про себя вслух. Негодяй. А? Собирается выступить под своей фамилией и без маски. Ой-ой-ой. Прекратите. В конце концов, мы с ним повенчаны. Он мой муж. Поближе к сцене. Согласитесь стать моей женой, я сожгу вашу брачную запись, я разрушу мечеть. Часовню. И все обратится в шутку на балу. А если нет? Тогда вы действительно жена, а ваш муж скачет по всему белому свету, и вы принцесса цирка. Принцесса цирка? Нет, это невозможно. Конечно, невозможно. И вы виноваты во всей этой истории. Да, я. И я это сделал из-за любви к вам. Этикет выдержан. Пора. Одну минуту. Все в порядке, мистер Икс. Купе на двоих заказано. На самый ночной поезд в самом необходимом для вас направлении. Благодарю вас. Передайте, пожалуйста, эти билеты моему ассистенту. Она сюда придет. Она? Понял. Упал. О, уронили ножичек. Ножичек. Так, прошу, стерильно. Благодарю. Коньяк? Нет. О, вы уже говорили. Франции не надо коньяк князю. Вы просили меня стать вашей женой? Я подумала и решила принять ваше предложение. Вот вам моя рука. Дорогая, с вами не соскучусь. Шампанского. Шампанского! За тем столом уронили ножичек, за этим вилочку. Стерильно. Благодарю вас. И надолго вы нас покидаете? Навсегда. Князь, обсудим маршрут нашего свадебного путешествия. Одно ваше слово, и вся география к вашим ногам. Вплоть до Кингчел. Почему я никогда не замечала, какое у вас мужественное лицо? Выразительные глаза. Какие длинные реснички. А эта складочка? Где? Вот эта складочка говорит о многом. О, я еще и не на то способен. Потрогайте. Пощупайте. О, если бы я знал всю эту программу заранее, я бы сразу накрыл на две персоны на полу. По-моему, дама охотнее поужинала бы с вами. Сделайте как-нибудь, чтобы этот тип исчез хоть на минуту. Ради вас, мистер Икс, старый пеликан готов на все. За даму из 16 номера. Мой сын заслужил подзатыльник. Мамочка. Выпьем за Мари. Всегда только номер первый. Спасибо, мамочка. Надо мной и над тобою было небо цирковое. В небе том звездой моей мечты сияла ты. Ты подумал, где это?
цветы, твоя звезда, и сальто, и корбет, и мужу вовремя обед. У девушек легко, все улица легко. Кто в воздухе пролет, хоть раз проделать смог. Простите, вас к телефону срочно, очень приятный голос. Какой голос? О чем вы говорите? Приятный. К телефону, их светлость. Извините, дорогая. Я сейчас. Дела. Дела. Воды, мадам, в зале душно. Ступайте, голубчик. Абсолютная тайна. Ваше сиятельство? Да. Это вы. А это я. Да нет, это не вы. Алло. Приятный голос. Ждите звонка. Ждите звонка. Мы счастья ждем. Где оно, с кем оно? А счастье нас с тобой поджидает давно. А счастье в нас на ней живет. Кто любит, он найдет. Мистер Икс, благодарю. Прошу вас. Меня? О, мистер Икс, после вас. Мистер Икс. Мистер Икс. Примите наше поздравление, дорогой мистер Икс, и наш подарок. Пусть он станет вашим талисманом. Пусть эта маленькая птичка принесет вам большое счастье. Прошу вас. Наш зеленый попугай. Итак, прошу вас. Недавно я здесь бродил, как недолго я счастлив был, как недавно любви твоей обман надежд мне сулил океан. Безнадежно гляжу я вдаль, мне не развеять свою печаль, не потушить мне огонь в груди. Мне без тебя покоя не найти. Разве нам можно сердиться на вас, что мимолете любви ваши час? Вы рождены, чтоб смеяться, чтоб увлекаться и деваться подчас. Нас увлекает любовь, как волна, бездну бросает небрежно. Графиня, ну, наконец-то. Прошу вас. С удовольствием. Господа, господа, мне очень жаль, но дама уже приглашена. Графиня, но следующий вальс за мной. По какому праву вы позволяете себе? По праву вашего мужа.
Пардон. Пардон, мадам. Секунда. Тет-а-тет, господин Ферелли. Звери покинули вас. Они ушли из зоопарка все до одного. В планетарии, по-моему. Гранде катастрофа. Белиссимо. Нобелиссимо. Карамбо, си. Вот теперь си. Мерси, господин издатель, на вашем месте я был бы сейчас в типографии. Весь вечерний выпуск вашей газеты напечатан. Наоборот, заглавие посередине. Держите. Франц, бежим. Просите всех. За мной. Концерт окончен, ресторан закрыт. А за бутылку вы не заплатили, по-моему? Да. Да. Бывает. Дамы, господа, ротмистр галопом в конюшню. Что такое пеликан? Пожар знаю я один. Простите, девочки, мадам. Алле, алле, дорогие. Благодарю, пеликан. Мадам, мадемуазель, хиромантия начинает сбываться. Ротмистр ждет вас. Как? С рысаками главной линии вашей жизни ведет порог его конюшни. Я сейчас. Я вас ненавижу. Слышите? Ненавижу. Я не желаю вас видеть. Вы эгоист. Вы думаете только о себе. Вам аплодируют, вам кричат. Вы счастливы. Обо мне вы подумали? Я... Что вы? Я настаиваю бросьте цирк. Вас шокирует то, что мое настоящее имя. Оно же и ваше красуется на афишах. Это вас смущает? Да я всякий раз умираю от страха. Вдруг вы упадете. Упадете и разобьетесь. Ведь я все-таки ваша жена. Дорогая, объясните мне, вы, дорогая, вы обещали, графиня, вы перепутали, вы со мной собирались провести свадебное путешествие. И мы его проведем, но без вас. Тобою это сделала ты. Тобой я.